Дедушка Мороз. Здравствуйте, грибцы. Здравствуйте, дети. Скоро Новый год. По воде пришел я к вам, так как Тверца открыта. Не на оленях, не на конях, а на лодке. Привез подарки тем, кто в этом году хорошо выступал на соревнованиях. Так что от меня вам самый нужный для вас подарок – спортивная форма, в которой вы добьетесь еще больших успехов, я надеюсь. С Новым годом! С Новым годом!